Енді көрші. Еще раз. Тұра берсін бол. Қосып қой. Кешірмей. Терек ағай, артыңызда! Немного не сидим, жатер. Они собираются аккумулятор забрать, кажется. Аккумулятор неси, мотор долго котим, где жат концерт. Не, точно же хедаки там обс. Хана безге. Астанаға барытқан бейшілерсіңдер ма? Иә. Yeah. Инстаграмнан көріп қалады, көмектеші өлен деп, атак жолдарым болсын. Рахмет. От души рахмет, жігіттер! Моля, молодец. Сен бізде талисман удачи сұмыл кәмі. Молодец. Енді Айдар Алексейдің баласын жарысына да үлгереміз. Иә. Yeah. Кетіп, айтып, отыр. Бедерге жаным байланам, ұнаттым сені жайғана. Бас кетті сағын айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй таба. Ей гитара, жаным гитара. Итак, вторым финалистом республиканских соревнований становится боксер красного угла Утеев Алишер. Молодец! Давай. Я финал прошу. Молодец. Я всегда верю, что ты станешь чемпионом. Какие люди? Какими судьбами? Ассаламу алейкум, саке. А у нас там это в Ахтюбинске машина поломалась. А я вот на такси приехал, ну, чтобы сына нашего поддержать. Кстати, познакомьтесь. Ассаламу алейкум. Алишер. Значит, это ты, Алишер? Да. Кстати, мы прошли финал. Да? Финал прошел? Да. Поздравляю. Рахмет. Хорошо, что твой папа Айдар Аликович. Почему? Потому что я его хороший друг. Я ему всегда помогал. Всегда выручал. Всегда прикрывал. Балам, ты иди пока, тренируйся, хорошо? Саке, я просто не понял, к чему этот разговор? А то, что мой сын тоже в финале. Пора оплатить за должок. Надеюсь, ты понял, о чем я. Саке, ну, это же дети. Что я сыну скажу? Ну, не надо здесь мне драму устраивать. Я же знаю, как ты поддерживаешь детей своего аула. Ты же умеешь. Лапшу на уши вешать. Я уверен, ты придумаешь, что сказать сыну. Балам! Чемпион! Чарасик! Балам, ты сейчас сильно не начинай, хорошо? Дерись полсилы. Почему, папа? Я могу его в первом раунде победить. Нет, 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 побеждать не надо. Чуть-чуть поддайся. Зачем? Представь, что мы играем в игру. Пусть он подумает, что ты слабый соперник. Ты хочешь, чтобы я проиграл? Тебя тот плохой дядя уволил с работы? Да, мама. Тот дядя может меня уволить с работы.
Я знаю, папа, ты сделал ради меня долгий путь. Ты не переживай, я сделаю так, как скажете. Представляем боксеров. Всем удачи. В красном углу ринга Утев Алишер. В синем углу Умаров Рустем. Боксеры, середина. Так, поздравляю с выходом в финал. Открытые перчатки не берем, подзатылок не берем. Победите или проиграете, это не важно. Как говорил Адылбек Ниязымбетов, екінші орын тоже нормальный орын. Все, по углам. Боксеры готовы? Бокс! Балам, мы с тобой очень редко видимся, но я всегда следил за твоими успехами. Я верю, что ты станешь лучшим. Я верю, что ты станешь чемпионом. Просто сейчас выходишь на ринг. Солар, деп бір күні тереземе құстар. Жанымған шашыдар, бар болсаң бұл зындарнан шығар. Қабырғалар, жары қастаңда да кешкісін. Так вот, мне без разницы, уволят меня или нет. Ты мой сын, и я хочу, чтобы ты выиграл. Боксеры, середина. Будь чемпион, выиграй его. Табалау, қызған шпилі. Тектана бизнес-үрлі, біш қатесің пилі. Чемпионом республиканских соревнований объявляется боксер красного угла Утев Алишер. Ладно, не переживай, я все устрою хорошо. Алишер молодец. Свою коронку показал. Ты должен. Рахмет. Горжусь тобой. Иди. Мама тебя хочет тоже поздравить. Спасибо, что пришел. Да я вообще-то мимо проезжал просто. Ты не переживай. Я их люблю. И давно хотел тебе сказать, что я же тоже воспитывался у отчима. Он меня ни разу не обидел. Дал мне достойное воспитание, образование. Экономил на себе, чтобы оплачивать мою учебу. Так что ты не беспокойся. У них все будет хорошо. И хотел тебе сказать, чтобы ты почаще общался со своим сыном. И знай, что ты можешь приходить к нам домой в любой момент. Спасибо. Ты лучше, чем я. Ты? Что творишь? Значит, ты так со мной поступаешь? Я тебя постоянно прикрываю, а ты в лицо плюешь? Я тебя устрою. Я тебя подставлю. И знай, это я сделал, чтобы тебя понизили. А теперь сделаю так, чтобы тебя посадили. Мразь. Да. Рахмет. Рахмет. Да. Спасибо. Вкусно, да?
Ребята, пользуясь случаем, можно я расскажу одну притчу. Однажды на берег реки вынесло очень много маленьких рыбок. И одна маленькая девочка ходила, собирала и закидывала рыбок обратно. Тогда я спросил, какой смысл, ведь всех их не спасти? Маленькая девочка ответила, есть смысл для тех, которых спасу я. Так вот, я хотел бы вам сказать огромное спасибо, ребят. Я, наверное, как та маленькая рыбка, которой дали второй шанс. Спасибо вам большое. Не маленькая рыба, а целый тюлень. Алишер, Денисин, общий бір фото болсын. Инстаграм басалам. О, тағы бір рет. Күлеміз. О. Моля, тебе огромное спасибо. Пожалуйста. Қарындас, Wi-Fi-дің паролінен жібересің бе? Абай, құтқанан Wi-Fi-дің. О, креативно, да? Да. Так. Тоқта. Менің счетымда 1 миллион 256 мың теңге? Моля! Я просто хотела вам помочь. Моля, срочно останавливай сбор! Ребята, мы собрали деньги на новые костюмы! Моля, ты умничка! Ура! Ребята, ура! Жоқ ақиян, барға оңай Бағыт арман жолдан алған кеңес Өнер өлмейтін болса егер өмір жалған емес Неге олай, неге олай Өрге қиян, төмен оңай Өмәт алдан шала таңдан келер Ей, маңдай теріңнің бағасын уақыт өзі берер Адамдар алып бермес саған айда Санаңнан асалмаған жарамайды Енді бәрі қолда, 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 қолды Енді бәрі қолда, 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 қолды Как красиво! Да. А ты помнишь, в прошлом году мы хотели сюда приехать со всей семьей? Копили деньги. И в Египет уехали. А неге осына келмедіңдер? Оралайға? Денег не хватило, потому что тут все дорого было. Серік, мен осында фото қазір. Тағы. Қандай әдемі? Я, шынымен де, мына жердің табиғаты сондай тамаша. Табиғат айтып тұрған жоқ. Айгөз, мен сен туралы айтып тұрмын. Мен саған көптен бері бір нәрсе айтқым келіп жүрген. Бірақ... А что вы тут делаете? А давайте вас сфотографируем в Инстаграм. Ту, Моля, көріп тұрсың ғой, біз бос емеспіз. Я, әрине, Моля, сірі ғой. Вы станьте поближе или сделайте какую-нибудь позу. Во, как красиво. Сен быстро лайк тұрсың ба? Жоқ. Я вообще-то про природу говорила.
шашқан күндей нәп-нәзік күлдей арманым ардағым құпия түндей сырыңды білмей атушы еді мені таңдарым тек өзің Өмірлік менің болшы жан жарым Сүйем сені, жаным ардағым Мына өмірдегі көптен күткен арманым Барлық әлемдегі сұлулардың ішінен Мен өзіңді шын сүйіп таңдадым Сүйем сені, жаным ардағым Мына өмірдегі көптен күткен арманым Барлық әлемдегі сұлулардың ішінен Мен өзіңді шын сүйіп таңдадым Сүйем сені Так, магазин, выходим. Что режим? Какие планы? В Осло размещаться или за костюмами поедем? Айдар Аликович, лучше сразу за костюмами, ведь я должна подписчикам показать. А, ну хорошо. Ладно, тогда за водички в магазин, потом сразу за костюмами. А что это за непонятные памятники? ЛРТ. ЛРТ? А как они расшифруются? Любители распиливают тендера. Но, думаю, тебе не стоит ждать об этом пока. Салемет, сіздерме? Сәлемерді, апа. Апа? Тәте, тетя. Можете меня называть Тарбия Айдымбаева. Проходите, пожалуйста. Хош келдіңіздер Елордаға. Добро пожаловать. Сіз шынымен Тарбия Айдымбаевасыз ба? Я ұқсамай тұрмын ба? Нет, похоже. А у вас костюмы недорогие? Нет, это просто стереотип. На самом деле костюмы недорогие. А тебе, Молечка, мы подарим один платье бесплатно. Мне? А можно это моей маме? Потому что у нее скоро день рождения. Конечно. Пошли выбирать платье. Спасибо. Спасибо. Пошлите, спасибо, посмотрим большое. Костюмы. Айдар. Тарбия ханым, сізге көп-көп рахмет, шын жүректен. Я рахмет сізге көп-көп. Айдар аға, пойдемте с нами. Пойдемте, пойдемте. Пошлите. Айдар аға, сізге де үлкен рахмет. Хорошо. Давай! Жорла! 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 Тарбия ханым, сізге көп рахмет. И скидка шынде рахмет. Рахмет апай. Мама қуанып қалатын болды. Рахмет апай. Рахмет жандарым. Мамаларыңызға сәлем айтыңыздар. Барлықтарыңызға да рахмет. Ертеңгі сайыстарыңызға сәттілік тілеймін. Не істесеңдер де, мейлі әнші бол, мейлі биші бол, мейлі саясаткер бол, тек қана өз ісін сүйген адам ғана үлкен жетістікке жете алады.
сіздерге ертеңгі күні үлкен сәттілік тілеймін. Жеңіспен оралатындарыңа сенімдімін. Жеңіспен оралатындарыңа. Көп рахмет, рахмет. Жақсы, жүрек жігіттер. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ой, шүкір. Астана жақсы. Осында қалатын шығармын. Атаңның басы қаласың, ауылға тез қайт. Ойнап айтам, ата. Барамын ғой. Сағындым сіздерді. Өй, жаным сол. Біздер де сағындық. Алмау, біздің директордыка. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Амансың ба, айналайын? Жақсы, жақсы, рахмет. Айдар Алекович, қазір жақсы. Бұрынғыдай жемей. А? Тамақ жемей, тамақ. Спорт. Жақсы, сау болыңыз. Кешіре, шақырдыңыз? Иә, бізге шот бола ма? Мейрамхана администраторы айтып жатыр, сіздің столдың шот керек емес деп. Тек маленькая Молли инстаграмға сториске бізді белгілеп салып жіберсе болды. Я же сейчас блогер. А можно мне, пожалуйста, этот салат и пиццу с собой? Конечно, можно. Спасибо. Молодец, Моля. Моля, ты прям как настоящий блогер. Я, ага. А может мне еще гиф разыграть? Ой, мынауын енді артық. Брат, осы екеміз блогер ба? Қойшы. Е, жұлдыз боламыз? Вай, пранк. Откуда он где? Автодом қайда? Автодом қайда? Серік ағай! Ұрлақ бетті, Серік ағай, мен келді шақыру керек, сұрашты. Не қарап тұрсы, ағай? Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Сіздің осы сериян қарап шыққаныңызға, уақыт бөліп қарағандарыңызға мыңда бір рахмет. Сіздердің әрбір комментарияңызды, лайктарыңызды көріп жатырмыз. Соғанда өте мыңда бір сіздерге алғыс. Жашаныңды бір сезім тербегінде бейбейлеймін. Шапқыңының қимал менің үскенде жан дүниең жабыр қау күй кешсеңде бейбейлеңі. Біз өмір сөйлеміз бейме, біз өмір